Всем привет! Добро пожаловать на канал Ир. Играем в куклы с Ирочкой Инфо. Я решила выйти на прогулку с моей доченькой. Да, Дашка? Да. Ты пригласила Софику? Да. Я пригласила мою подружку и твою. Ой, как здорово! Сейчас они должны прийти. Вот и хорошо. Ждем? Давай. Покатаю тебя. Они уже должны прийти. Я не дождусь, чтобы пришла Софика поиграться вместе. Ой, вот и хорошо. Вы будете вместе играться. Да? Тебе комфортно в коляске? Да, мама. А ты мне разрешишь поиграть с ней в прятки? Конечно, разрешу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Привет. Ой, привет. Вау, у тебя же такие серьги, как и у меня. Да, ой, какое совпадение. Мы сделали практически одинаковую прическу. Да. Мы даже не договаривались. Но мы же лучшие подруги. Да, Катрин и Милена. Я Милена. А я Катрин. Мы практически одинаково одеты, даже и не договариваясь. Сережки подобрали одинаковые. Я очень люблю висячие большие серьги. Мама, мама. И даже перепокрасили волосы в одинаковый цвет. Мы настоящие подруги. Ой, подружка моя. Мама, что, Дашенька? Поскорее бы поиграть с Фикой. Ой, как ты одела красиво Дашеньку в таком красивом красном платьичке. А ты свою Софику в сарафанчик. Вот моя Софийка, посмотрите, какие у нее красивые длинные волосы. Я их заплела, такие вот косички. Вот, покажи, Софийка, какие-то у тебя косички. А моя доченька любит очень хвостики. Да? Да. Вы уже большие, а мы еще в коляске. Да, мы были в садике, пришли с садика. Знаешь, чем кормят в садике? Это ужас. Вечером ребенок голодный. Я даже и не знала, что так плохо кормят. Дали ей булочку маленькую и кефирчик. И она не наелась. А мой ребенок просит мяско. Твой ребенок любит мяско, Дашка? Обожает мяско. Мы вот в воскресенье планировали выйти на пикник. И какое мясо вы предпочитаете? Свинину. Да, мы курицу. Нет, я недовольна вообще этим садиком. Наверное, мы его поменяем, потому что так плохо кормят, и София постоянно-постоянно голодная и жалуется. Около магазина, знаешь, в который мы ходим всегда подобрать нам новые вещички? Вот там отличный садик, мы туда отдадим нашу Дашеньку. Да, мамочка, мамочка, я хочу к тебе. Ну иди, моя родная, иди сюда, иди ко мне на ручки. Хоть мы и выросли, но она постоянно просится ко мне на руки. Ну давай, и что? Я тебя ничего подержу. Страшного. Иди ко мне, моя родная. Да. Смотрю, вы любите мамочку, да? Да, конечно, она не расстается, постоянно тянется ко мне. Конечно, она к папе тоже хочет. Но из-за того, что я постоянно с ней была, а папа ходил на работу, София постоянно рядом со мной. Я даже не могу выйти работать, потому что София меня не отпускает. И ходим мы в садик очень болезненно. Она по утрам плачет очень-очень долго. Мамочка, мамочка, идите сядьте, поговорите о чем-то, а мы с Софикой поиграемся. А твоя Дашка еще в памперсе? Нет. Уже в трусиках. Молодцы. Как вы ее быстро отучили от памперса? Идем присядем. Пусть девчонки поиграют. Давай. Вот так. Садись. Мы идем присядем, а вы тут смотрите. Не драться. Хорошо? Хорошо, мамочка. Давай прогуляемся. Давай. О, я видела такую коллекцию шикарных сумочек. Обалдеть! Да? Да. А я видела очень модные туфельки. А ты знаешь, что мы должны уже себе покупать новые платьишки? Да, скоро осень, и придется менять гардероб. Я обожаю ходить по магазинам и заниматься шопингом. Что, пойдешь со мной, подруга? Пойду. Моя Дашенька обожает выбирать со мной вещички. Она у меня такая модница. А твоя доченька?
Моя тоже. Правда, чтобы быть в такой форме, я практически ничего не ем. Как тебе удается быть такой худенькой? Ты ешь? Конечно, ем, но занимаюсь спортом. Я во всем себе отказываю. Постоянно каши, фрукты, йогурты. А иногда так хочется чего-то вкусненького. Торт или пирожное. Надо себе отказывать. Ведь можно заниматься спортом каждый день. И фигура будет нормальной. О, надо попробовать, потому что эти изнурительные диеты меня уже измучили. А не могу себе позволить все есть, потому что муж мой не любит, чтобы я была полненькая. Постоянно мне делает замечания. Эти мужья не понимают красоту. Всегда говорят: хватит краситься, я тебя и так люблю. А на самом деле смотрят на других женщин, правда? Да. Поэтому мы должны все время за собой ухаживать и краситься, и приводить себя в порядок. Ухаживать за своими волосами и ухаживать за своей фигурой. Да, ну ты хорошо сказала, в парикмахерскую я очень люблю ходить. Да, ну что, мои золотцы, что вы здесь делали? Вы скучали без нас? Да, конечно, мамочка. Масенькая моя Софичка. Ой, Дашенька, о чем вы разговаривали с Софикой? А мы разговаривали о новой коллекции с куколками. Мам, ты мне купишь новую куколку? Дашенька, а ты знаешь какое-то стихотворение или песенку? Надо подумать. Сейчас, сейчас. Ну, Дашенька, знаешь? Ой, мам, давай лучше пойду домой и научу какое-то стихотворение. Ой, ты моя умница, хорошо. При следующей встрече обязательно нам расскажешь, да, Дашенька? Да. А ты, Софийка, знаешь? Ну, Софийка только недавно пошла в садик, и она знает только такие стихотворения. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Весь до ниточки промок, да? Бедный зайчик наш, ведь он встать не смог. Вот такое вот стихотворение. Мы в садик еще не ходим. Ну, обязательно отдадим Дашеньку в садик. Я буду в восторге, если мы попадем вместе в один садик. И вы выберете наш, или мы поменяем и будем вместе ходить. Ведь мы такие подруги с тобой. Дай мне пить. Опа! Ну что? Пойдем домой уже, меня ждет мой любимый, надо приготовить ужин. Надеюсь, что ты завтра выйдешь на прогулку. Ну, а мой любимый уже приготовил ужин. Я пойду, пообедаю, что ли. Поужинаешь, вернее, да? Ой, точно. Завтра я поменяю наряд и посмотрим, в чем будешь ты и в чем буду я. Давай. Посмотрим, у кого будет красивее, ведь я обожаю наряжаться. Давай не будем ссориться. Я думаю, что у тебя. А ты как думаешь? А я думаю, что у нас у обеих будет классная одежда. Ну что, чмоки-чмоки. Пока-пока. Пока, дорогая. Пока, Дашка. Пока, Зайфика. Завтра встретимся. Мы обязательно выйдем на прогулку. С тобой было классно играть. До завтра, дорогая. До завтра. Идем. Ну что, ребята, вам понравилась наша прогулка? С вами была я, Милена, и моя подруга Катрин. Если вам понравилась наша прогулка, подпишитесь на канал Ирочка Инфо играет с куклами, и вы увидите дальше очень много интересных видео и новые серии, где мы отдыхаем, едим, поем песенки, гуляем с моей подругой и с ее доченькой. Все, пока-пока, подписывайтесь!